Хорошо. Заправились и сели здесь. Значит, еще раз напоминаю. Замечание даю я, а вы даете только. Судья говорит, хаджиме, вы боретесь, идет бросок, если есть падение на бок, в азаре, если перекат по всей спине или на всю спину, и пон, и команда идет сорамате. Сорамате значит конец схватки. После этого вы встаете, один, другой, судья показывает, заправится, вот показывает, раз. Вы заправляетесь, я смотрю на вас, и вы показываете победителя. Если у вас одно в азаре, вы боретесь. Если у вас два в азаре, говорят так, в азаре, васет и пон. То есть два в азаре, чистая победа. Удержание, зечи секунде в азаре, до зечи секунде и пон. И пон. Удержание. Болевой. Попалась рука, судья смотрит. Рука прямая, вот не прямая, а вот такая рука. Все. И пон. Ключ замок. И там не надо ходить и нервничать. Что я ее сдавался? Все. Во избежание травм я заставляю. Если судья не даст ипон, я ему всему штаны морду набью. То же самое с удушающим. Нельзя душить, сидя на коленях, попер, раз, и ломать шею. И еще раз, иди сюда. Значит, если вы ногами душите, то вы должны обязательно ногами взять руку и шею. Если вы кимоно душите, видите, как движение идет? Раз, два, три. Это все в партере. Отсюда вот. Оп, четыре. Сзади. Сзади. Захват за кимоно и руку. Пять. Разрешается? Разрешается. Если вы прижались грудью, разрешается вот так душить. Так душить, распустил. Так душить разрешается. Я пока не разрешаю. Чисто за шею не разрешаю. Я проведу отдельное занятие, где расскажу вам, как, какие удушающие есть, дыхательные кровяные, что бывает, если ты провел удушающий, соперник не сдался, и как его привести в сознание. А то ты его задушишь, и потом побежишь ко мне, скажешь, Сергей Анатольевич, а я задушил. Я говорю, молодец. Так он там лежит. Я! У меня было так. Значит, здесь у меня борется Саша Денис. Денис ко мне. Денис, еще раз, вот три камеры работают. Ты должен быть стойкий. Не надо мне делать спадение. Спадение был, ты будешь делать сырбо, слободеннику. Чезарус назвал, Никите, вот ты им делаешь спадение, ему нет. Так, Артур, Миша, туда, вы вдвоем будете, там сидите, по очереди будете судить, потом, когда они выйдут, вы будете сидеть по очереди судить. Здесь, Ливио, Дан. После того, как здесь схватка окончится, не играет роли, кто победитель будет бороться. Якобут, да. Да, судья. Как они отборолись, вторая схватка у тебя сдана. Чи. Чи-чи. Прошу вас двоих выйти на ковер. Один судит, один там судит. Пожалуйста, приготовились. Еще раз, кто судья стоит там?
я видел, что судья стоит. Готовы? Есть айфон. Значит, судья говорит Мате, Тор Мате, айфон. Значит, Саша заходит, садится на колени, Денис заходит на колени и сидят здесь. Судья может уйти сесть на это. А я буду видеть. Приготовились. Время! Чемпионат города! Кто выиграл, тот чемпион города. Выиграет второй раз. Чемпион республики. Выиграет третий. Чемпион Европы. Выиграет четвертый. Чемпион мира. Шестой. Олимпийских игр. При захвате ноги первый раз шида, второй раз снимается соревнование. Покажи, кто. Отлично, нет. Садитесь там на колени. Судья отдыхает. Денис, Саша на колени. А что, тут есть чемпион? Хорошо. Нет, нет. Пожалуйста, Андрей ушел. Денис, сядь, пожалуйста. Да. Вы заправились и сидите. Вот у нас еще есть полторы минуты. Еще раз, никогда не огорчайтесь, всегда думайте, как, почему я проиграл, что надо сделать. В азаре, штатный держать, асса и коми, уну, дой, три, патру, чинч, шас, шас, оп, ноу, дети матери, в азаре, вот это пон, покажи заправиться им. Заправиться. Не стесняйся, потому что не обязательно быть чемпионом мира, да? Чтобы участвовать в чемпионате мира. Можно участвовать как судья, знать английский язык, пройти курсы, и будешь ездить на все чемпионаты мира, Европы. Вначале нет, конечно, сначала будут другие соревнования, но у нас вот девушка из Румынии, она уже лет 7-8, знаете, живет, зарабатывает на жизнь. Она и тренер, она и арбитр, она и едет, и к нам приезжает. Все, покажи чемпиона. Чемпион. Поклонились, ушли. Поклонились, ушли. Поклонились, ушли. Следующее. Разрешите. Разрешаю. Почему он у тебя, Николай, говорит? Сказать? Ну, что он судит, он знает правильно. Он старается узнать правильно. А ты хихикаешь здесь. Вот ты посмотри там на колени. Что-то все нормально. Внимание. Итак, кто? Чемпион города. Чемпион города. Чемпион города. Джимми. Падением надо. Япон! Красавица! Япон! Покажите, судья, кто победил. Япон! Топ, все встали. Вот, молодцы. Значит так. Кому япон? Миша, япон, значит он чемпион города. Поклонились. Уши следующие. Там. Судит уже Миша.
Здесь встали. Встаньте, пожалуйста. Покажи чемпиона. Чемпион Андрюха. Чемпион города. Ушли. Так, накажу на входе. Дам Ливию. Дам Ливию выходит. Не опять. Если бы ты был мешок, ты бы сидел все время. Здесь. Покажи чемпиона. Ванюха, молодец, чемпион города, наконец-таки Максика ты. Поклонились, уши. Следующий здесь, пожалуйста. Пожалуйста. Итак, Катерина уже выиграет, он чемпион республики. А ты только чемпион города. Значит, Сушура, твоя, ты молодец. Но ты не держи вот эту руку сильно, держи локоть у него. Локоть. Эту руку старайся даже повыше взять и согнуть его. Твоя задача взять за локоть, повыше, повыше. И смотри, вниз, вниз, вниз. Смотри, прыг, прыг, раз его на колени. Эй, Шида. Три раза, и мы его снимаем. Готовы? Время. Левую ручку захватываем. Вот. И сзади, как достанет мужчина. И по. Поклонились. Ушли с кобой. А, садитесь, садитесь, чтобы я видел там. Итак, Денис у нас. Кто? Пожалуйста, сядь. Денис у нас чемпион республики. Правильно. Вот так капну его держу. Николай Шида не борется. Первая Шида. Бежать, Андрюха! Поднимай, стой, тут стой, стой. Он через бедро, а ты через грудь ему, Николай. Во! И по! Поклонили? Пожалуйста, покажи победителя. Нет, наоборот. Дай заправиться. Хорошо. Дай заправиться, покажешь победителя. И они тогда. Давайте так, Денис, поклонились и ушли. Тренер, да. Можно здесь попробовать? Можно. И уйдите, и все, уйдите, садитесь. А это кто? Я же Валерий. Ипо! Нет, 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 нет. Поставь их. Пусть заправится. Заправили? Покажи, пожалуйста, кто выиграл. А может я включу включалку, но их тут нет. Вы оставляете их там. Как нету там? Что, здесь не десятка? Чем этот включал? Ну, там не десятка включил. Справа на двери. Десятка? Сейчас, покажи победителя. Сейчас. Право. Не надо дергать, а то все упадет. Так, следующий пример. Так. Да. Сейчас со мной? Нет, ушел. Игорь с Андреем. Так, готовы?
Хачу, я работаю. Хачу. Саша, иди. Миша, вылезь пока, Саша. Оттуда заходи. Вперед, Саша. Саша, вылезь, хожу. Стоп, 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 стоп. Вы ушли. Чё ты ушел? Дай на ковер. У нее рукой с рукой. Что у него с рукой? Сейчас отойдет. Ходить надо все время. Когда сможешь бороться, скажешь. Там замок закрыт, почти нет. Сможет бороться, будет бороться, не сможет, пусть стоит. Сначала вот не пытаюсь заходим. Я помню, что такое дело, я бросил, добросил, чтобы потом. Так, а где секундомер, блин? Будешь бороться, нет? Я не можешь? Дай мне сюда. Мишка, чемпион республики. Кто? Эй, встал сюда. Поклонились. Два шага. Эй, сюда. Два шага назад. Поклониться, садись. 40, Матея. Вы встали, стоп. Куда ушел? Встал на ковер. Что ты здесь? Как девушка. Будь мужиком. Ну и что, что проиграл? А не проиграла. Выиграл? Нет, Golden Score. Golden Score. Здесь есть чемпион? Второй раз? Да. Чемпион республики. Ну, поклонились, ушли. А вы дальше боретесь? Эй, Доброска. Андрюха, вы Доброска, у вас Golden Score. Здесь, пожалуйста, Саша, Денис. И вот посмотрим. Сейчас. А холод, пожалуйста, что ты сделал? Не надо сидеть, стоять мне. Видишь, тренер стоит. Потому что я работаю, ты работаешь, все работают. Ты кто у нас? Чемпион? Чемпион города? Ты? Города. Андрюха? Ты кто? Города. Чемпион города? Денис? Он республики. Саша, карате. Руку держи. Денис! Куда ты кидаешь? В какую сторону ты кидаешь? Вот, ты держишь захват только левую. Покажи левую руку. Вот только левую рукой держишь. Правая рука. Ты можешь отсюда раз и через плечо.
Ну ты не имеешь правой рукой право брать заклад. Я? Как же? Да, ты. Ешь? Одной рукой, да? Вот. И пол. Нет. Что нет? Я упал на локоть. Туда. Хорошо. Стоп. Судья, что будет? Что дает судья? То я дам. Япон? Базар. Базарик. Дальше боретесь. А тебе, Саша, этот, дал базарик? Правильно, Миша. Не было там япона. Это я, чтобы Сашу поддержать, а ты молодец. Вроде я не оставлял в этом. Ты судья. Встань, пожалуйста. Можешь вон там вот встать, вот куда вот. Так как мы. Души его, Саня. Сел как на коня. Вот так. Сядь, ноги запусти. Вот, души. Болевой делаешь. Руку не оставляй. Почему базаре базаре? У меня был базар, у меня был базар. Когда? Ну, то есть там базаре базаре? Ну, на один базар, здесь я и туда базар. Все, покажи победителя. Было базар. Да. Вы боретесь, у вас базаре только? У вас еще 15 секунд. Поднимай стойку, Миша. Миша, стойку поднимай. Ты совсем больной. Я болевой делаю. Я рад. Хорошо. Матей! Точилась. Судья, покажите, пожалуйста, чтобы все правильно. Встань. Они стоят. Андрюха, лицом к своему партнеру. Шаг вперед. Шаг вперед, Николай. Или полшага вперед. Заправились все. Ну что, есть там чемпион? Только один базар, Саша. Базар, а, да. Саша, чемпион города. Поклонились, ушли. Так, что там? Ливер. Чемпион города, поклонились, ушли. Кто выиграл? Николай. Базаре выиграл. Значит, он чемпион республики. Поклонились, ушли. Следующий вышли. Сергей Анатольевич, Макс хочет с один из них идет. Вперед. Я. Вперед. Нет, вы вдвоем. Вы вдвоем. Так. Ты хочешь побороться, да, Андрюк? Да. Отлично. Красавчик. Да, правильно, умница. Итак, судьи, я ставлю время, 3 минуты. Да что такое? Ну, да что за... Вот время идет. А, вот. Готовы? Да. Еще раз, ребята, не выставляйте руки. А тому, кто бросает, смотрите, если вы делаете бросок, и вы видите, что партнер плохо падает, выставляет руку, ставит ногу никак. Я опять говорю, Николай, не слушаешь. Еще раз, не падайте на партнера, но что может руку как-то поставить? Старайтесь рядышком. Раз. Подстраховать. Это ваш партнер, вам с ним тренироваться долго еще. Это ваш друг. Одно дело, вы пришли на соревнования, но там тоже
видите, что человек может травмировать, не надо это делать. Пожалуйста. Время. Так, Мишка, чемпион республики. Если не хватает, то больше никогда берет не будет. И назад. Один вперед, бросай, другой назад. И пол. Вот, видишь. Контрприем. Не просто вперед. Победил Ванюша и стал чемпион. Ты тоже можешь. Чемпион Европы. И он Моллер. Опередил самого Дениса Вискуна. Есть! Кто судит? Ну так что ты сидишь? И пол, покажи громко, скажи. Назад бросай его. Полевой делай. Покажи, кто выиграл, и пусть все уходят. Итак, выиграл Артур, стал чемпионом города. Идет атака, можно за ковром... Сейчас, подожди, Денис. Все вместе выйдем. Говорим о Телевизию. То есть он атаковал в партии и остановился. Значит, смотри. Оценки есть у них, Лера? Нет. Лера, встань, пожалуйста, у Малка сюда. Просто когда стоишь, более внимательно. Нет, вон там у Малка можно встать. Вон тут, да. Опереться на мат можно спокойно. Назад бросай Андрюха, через грудь. Через грудь. Матей! Матей! Осторожненько. Да. Ты касаешься ноги, при броске заходишь ногу. Тебе шире, первое. Хаджина. Да, можете помочь ему со своих мест. Или Дану, или Андрюху. Головой не дать. Отлично! Что Лилию скажешь? А вы можете Вазари дать? Ипон? Посмотрите, мальчики. Вот так, когда поднимаете, непонятно, это Вазари или Ипон. Вот так, смотри. Ипон? Покажи победителя. Молодец! Андрюха у нас что? Республики. Он республики! Браво! Остаешься? Да. Прошу, Лилию. Чемпион республики с тобой борется. Но Сашок, поймай его. У него знаешь, какая ошибка? Он делает подсечку, вот так махает. Ты ногу убери, ах, и скрути. Пожалуйста, Артур, посуди, пожалуйста. Хаджи! А потом у нас поменяется. Пожалуйста. Молодец. Души. 10 секунд души. Ай, Саша, на спину ложишься. Уходи. Не держи голову. Отпусти захват, уходи. Нет, 10 это Вазари. 20 секунд. 20, 6, 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 6
Вот такой пошел, а руками не ковать. Слышишь, руки? Сковать надо соперника. Сорвать захват. Эй, а ну посмотрите, кто туда пошел? Денис. Денис! Не работает туалет там. Денис! Там не работает туалет. Да не, я не хочу. А что ты хочешь тогда? Закрыть туалет. Конечно, закрыть. Но только ключи найти не могу. Зачем? А, это. Ну ты своим закрой. Воды нет, там засрут, потом будем ходить убирать с тобой. Блин, неужели я устал? Вот. Есть? А что же я не буду? Я говорю, тренажером. Вот тренажеры. Вонючие эти, блин. Николай Шида первая. Не борешься. 30 секунд. Ну, просто... Эпо! Вот, покажи, кто выиграл. Эпон! Кэталин! Чемпион республики. А ты тоже, да? Мы тебя догнал. Поклонились, ушли. Вывод. Колька. Пошел на бой. А надо идти рукой. Надо рукой как дать по шее ему, чтобы он упал. Без ноги ты ставишь ногу, а руки остаются. Вот он тебя и завалил. То есть, получается, не он тебя вывел, а ты сам поддался. Иди сюда. Вот когда... Нет, иди сюда. Посмотри, вот когда мы делаем крючковый задний подножку, что это будет? Ножки шире. Когда ты делаешь? Смотри. Ну все, я же сказал, после этого вот этого движения сразу проигрываешь. Вот, пожалуйста. Ты должен что сделать? Выйти, вытащить руками его. Надыть. Оп, руками. Все. Видишь? Как он мне ответит? Никак. Так. Пожалуйста. Итак. Море. Сюда. Кого вызываешь на бой? Вот, трое сюда. Кого? Кателин. Ты кто у нас? Чемпион республики? Европа. Чемпион республики. Чемпион Европы борется с тобой. Кателин. Так. Вы вдвоем? Да. Пошли. Андрюха у нас кто? Европа. Чемпион Европы. Я республики. Вы воду пьете. Если узнаю, я тебе больше никогда не буду говорить. Пожалуйста. Здесь. А, кто сейчас выходит? А, выходит Миша. А кто же там? Я Артур. Я тоже на пол сажен. Они столько что боролись, Денис, за его держание. Какой бы ты, вот смотри, Артур, какой бы ты ни был сильный, но если ты пропускаешь занятия, а ребята, оно... Понимаешь, само тело не привыкает уже работать. Отсюда травма. Внимание. Итак, Артур Тонов, чемпион города. А Миша? Чемпион республики. Мишка, у тебя Европа впереди. Поездка на мир. Артур, выиграешь у него, станешь чемпионом республики, поедешь на Европу. Я три раза. А, ты чемпион Европы? Выиграешь у него, чемпион Европы выиграть, ты представляешь? Чемпион Европы. Выйдешь завтра в школе и скажешь, я чемпион Европы выиграл. Там все, только не говори, что это Мишка чемпион Европы. И все. Ты правду сказал? Правду. Внимание! Время! А на велосипед повесил я. Ругать нет. Нет, нормально. 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 Нет,
кто выиграл? Поклонились и ушли сели? Нет, еще рано. На тайм. Миша, кто его утешает? Кто его утешает? Он в три раза сильнее тебя. Ты понял, что не самые сильные выигрывают, а выигрывают те, кто ходит на тренировку. Голову вытащи. Вытащи голову. Так, так. Ну, Фейк Вандер, я так спрашиваю твоей вурмой. Тражаной вурмой. Держи голову. Но! Вот надо было пасть. Не давай нет. Голову. Я еще к вам надо. Голову, голову в плечо упирай. Судья не надо говорить, только суди. Выхода нет, потому что его вытолкнули, там в борьбе получили. То есть когда сам выходишь за кадр, шида, а когда в борьбе выходишь, минута осталась. Какой захват дан берешь? Видишь, его рука сверху, твоя рука должна быть правая сверху. Видишь, опять отдал. Вот, стручку. Идите, в партере надо иметь один прием. Попали? Сделали, удержали и свободны. Вот оно. И дело удержание. Вот. Что делать? Удушающий борьбу удержание. Еще веселое удержание. Сейчас бы базаре не было и понял. А болевой получится или не получится? Да. Садись на удержание, одну ногу убери туда, лево. Ногу сюда и дело удержание. Садись верхом, дело удержание, вот. А руки не отпускай, дело болевой. Время. Ате? Ате? Ате. У меня губа за. Сейчас, подожди, заправьте. Там были оценки? Да, что в базаре. В базаре, у кого данные? Да. Какая победа по счету? 7-0. У тебя нет. Какая? Третья. Третья? Значит, ты чемпион Европы. И Андрюха чемпион Европы. Мог бы Андрюха выйти мне, поклонились. Ушли. Итак, прошу, Артур, Миша. Нет, Саша. А, Саша Денис, извини. Кто судит? Пожалуйста, туда. Левию. Дам. Левию. Дам. Он пошел. Тогда Андрюха. Так, здесь кто у нас остался? Макс, Николай? Да. Будешь бороться? Да. Давай. Ты у нас чемпион города. А кто? Пока никто. Ну вот у тебя есть шанс. Ну еще раз. У него чемпион Европы, да? Нет. Республики. Он большой, больше тебя. Главное, не подпускай его близко. И через спину скажи. Вот держи, как бы отходишь, отходишь, только не назад, а чуть-чуть в сторону, а, сюда или сюда. Раз через спину с колен. Жопа на выбор. Да. Как только его подбросишь, он тебе близко подойдет, он просто весом не может двигать. Значит так, Денис одной рукой держит. Готовы? Да. Пожалуйста, посуди нам какая-нибудь. Ну что, одного человека. Время! Выключи у него, Саша, ту руку, которую он должен держать. И давай ему брать. Стоп, стоп, там Сашенька, стоп, одну секунду. Возьми теперь другой захват, бери. Стоп, вот этой рукой не берешь, а берешь другой рукой. Стоп, отошли. Отошли. Еще, а здесь через спину скорее, через плечо надо делать. Правильно, под руку туда надо. Осторожно. Стоп.
Сорви вот эту руку у него. Сорви вот эту руку. Сорвать и через. И через плечо. Нет, не до конца делаешь прием. Залезли и не делаешь. Опа! Ипон или базарик? Ипон. 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 Кто теперь Денис у нас? Нет. Мир? Да. Молодец. Чемпион мира? Или Европа? Нет. Европа? Нет. Ты же перед этим. А, да, выиграл. Что он мира у нас денег? Все, садись. Правильно. Ходи, ищи. Один раз тебе надо только залить. И больше тебе не надо. Вот и двигайся. Чуть-чуть сюда, чуть-чуть сюда, чуть-чуть сюда. Он стоит. Я ему сейчас шито дам. Три шито он уже сняли. Вот, хорошие зарплаты. Если можешь через спину сказать, а? Если я сейчас пойду за тобой, если я увижу, больше верить никогда не будет. Стоп, стоп. Смотри, ты судишь. Не принимайте. 40 секунд. Руку не ставь под мышку, сверху ставь, сгибай его. Вот так, буквой зю он должен быть. Николай не борется, второе шида. Вот, дергай, дергай, дергай. Покажи, что лезешь, дергай. Я еще ему так дам. А если будешь активный, смогу дать. Не будешь активный, не дам. Нет. А ты должен подойти сюда, разрешить.
Да ну скажи, если ты конечно разрешишь, я прибуду. Так, внимание сюда. Стали по парам. Набрасывание. Почему не заправлен? Ты являешься кем? Тебя игрок не заправлен. Нет. Я в шоке. Итак. Куда идет? Андрюха, ты кидаешь Ливию. Ливию кидает Дан. А Дан кидает. Нет. Ты кидаешь Дан. Дан Ливию, а Ливию тебя. Итак. Задняя подножка. Первый номер. 10 раз. Ой, здесь 8 раз. Как можно быстрее. Приготовились? Стоп. Ты кто? Федор Республик. Город. А он игрок. Знаешь, что он начинает кидать? У кого больше побед? Значит, ты начинаешь кидать. Андрей начинает. Правильно. Здесь Миша. Здесь Денис. Эй! Задняя подножка. 8 раз. Внимание. 4! Раз! Кристалли! Два! Давай, давай, быстрее! Три! Четыре! Пять! Так, не упадется. Шесть! Задняя! Семь! Восемь! И заправились. Что с тобой? Приготовился второй номер. Внимание! Джой! Уно! Дой! Три! Патро! Кинч! Шатте! Шатте! Оп! Ноу! Поте! Так, бросок через бедро. Сколько раз? 8. При бросках партнера держите, чтобы он не просто падал. Внимание. Джей! Уно! Стой, быстрей! Три! На двух ногах стой. Патро! Чинч! Шесте! Шесте! Оп! Ты? Встали, заправились. Не умираем. Еще через спину с колена мельница. Так, через бедро. А второй делал сзади? Нет, приготовились. Я делал сзади. Теперь бедро. А, второй бедро. Внимание. Джей! Уно! Дой! Три! Патро! Чинч! Шоссе! Шоссе! Отвлекаем. Колени разгоняем. Денис, у тебя сколько лет? 14. 16. Погребно. 16, 17, 17, 17. Итак, приготовились через спину с колен. Владимир, постригай ты чуваки ростом. Про Сашу я не говорю, все, ты уже для него ноль. Еще с Мишей можешь побороться, если что. Внимание, с колен. И... Джей! Уно! Оу! Саша! Уно, мать! Эй! Ноги шире, голову наклони! Дой!
шире! Ноши шире присядь! Три! Патру! Чич! Миша, два колена! Четыре! Четыре! Второй номер. Я попробую с чаем вернуться. Одно. Двое. Колено. Бей. Держись. Не падай просто так. Патрон. Последний мельницу. Не, мельницу, наверное, не будут делать. Вы за ногу берете, а в дзюдо нельзя. Я вам покажу по-другому. Так, стали пошли вокруг, заправились. Сразу на вешалку. И потом взвешиваться.